Армения обогнала Беларусь по средней заработной плате. В Армении почти 680 долларов, в Беларуси не целых 630 долларов. Это все, что нужно знать про белорусскую социально ориентированную экономику. Армения – страна, которая недавно только воевала с Азербайджаном, страна, которая, как говорят белорусские чиновники, просто где-то там продает какие-то овощи, фрукты, какой-то спирт, какой-то коньяк делает. И вот зарплата в Армении, друзья, 670 долларов средняя, в то время как в Беларуси она, подчеркиваю, 630. Это производительность труда, это инвестиционная привлекательность и это, понятное дело, качество работы белорусского госплана. Скоро мы будем соревноваться с странами Африки и Азии, потому что они тоже уже выйдут с бедности, а Беларусь будет оставаться там, куда завел ее Лукашенко, в глубокий совок.